Зверек ночной проснулся утром и стал рассказывать про ночь. Весь мир решил, что это круто, но кто-то из кармана вынул скотч. Зверек ночной нам непонятен, а ночь нам чересчур черна. Доклад его нам неприятен. Заклеим рот, и тишина. Но рот у зверька оказался не липким, а танец его аж очень гибким. И все вокруг были удивлены, когда он заявил из тишины: «Поймете, хоть и не в этот век, я не зверек, я человек».